Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Крошка, Бульбазавр и Фонтан, Андрюха, как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы играем очень классную игру Гаррис Мод на крутой карте Лабиринт. Крошка, Крошка у нас будет сиреноголовым, а мы будем пытаться выжить. Если тебе кушать, приятного аппетита, а мы будем начинать. Он уже прыгает, хочет нас мочить. Ну что, давай, покажи, на что ты способен. Смотрите, как он быстро к нам добрался, это просто какой-то псих. Так. Я буду очень жестким сейчас. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, и тогда мы, надеюсь, выживем на одну минуту дольше. Не так, понял, мочить его не надо, было. Просто повыживаем, пацаны, не надо стрелять. Время будет еще, давайте, как обычно, сначала пол ролика выживаем, а пол ролика будет крошка-крошка выживать. Так что готовься, сейчас тебя ждет... Смешно. Смешно, конечно, смешно. Ты же не можешь по лестнице подняться. Рахит какой-то. Ты этот, сиреноголовый, этот, недоразвитый какой-то. Я убежал. Иди сюда, я себя видел. А, ты хочешь челика поймать? А тут тупик, а тут тупик. А как ты его убьешь? Он сейчас пропрыгает сзади тебя. Я в тебя верю, собачка, давай. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну что ты? Иди не поспи. Смог. Иди поспи, да. А, выживай дальше. Или хочешь, бери сиреноголового, будете вдвоем. Так. Пацаны, ну что, он идет за следующим. Первая жертва слилась. Только зачем прыгать было вниз? Это было глупо, он же к нам не поднялся. Тем более есть двойной прыжок, перепрыгнуть на ту сторону. Извини, чувак, обстоятельства. Упал вниз и еще один. Пойди сюда. А ты можешь по стенке лазить? Нет. А какой-то сиреноголовый есть у нас такой. Но только лазит вроде только NPC-шка. Так, а где он? Я тебя видел. Вижу, вижу. Он сейчас поймает еще одного нашего. Нет, я тебя боюсь. Так, давайте мы возьмем кое-что очень классное. Ну чё, давай. Рахит. Давайте на ролике соберем 5000 лайков, и мы сделаем обзор на мод Spider Mod. Классно сказал, да? Прикольно, кстати, проверим дамаг и насколько он вообще летучий. Спрятался. Смотрите, пацаны, как я могу. Вон он ты. Ай, я прыгаю на паутине вверх. Воу, вот это я высоко. Мне нравится. Вон он ты. Ну да. Как я теперь попасть к тебе? Я на вышку. Я да. Вот это я подлетел. Ребята, очень классный мод. Так, чё ты там? Я слажу к тебе. Да, ты, конечно, не можешь управлять, да? С этими штуковинами. Да, у меня другой сиреноголовый идет. Знаешь что, возможно взять спилпака Тревор Хендерсон, есть там кэт-доги. Они именно пилпаки, они классно работают, так что давай, я в тебя верю. Сиреноголовые отменяются. Они реально рахиты. Мы сможем просто сделать выживание, когда мы поставим настоящих NPC. Тогда не будет четко вообще. Ой! Пацаны, прощайте. Но я могу вот так вот сделать. И по красоте поскользить. Прослав Диме. Красота. Хоп. Сейчас я тебя достану. Чё? Давай. Смоги. Сейчас только заберусь. Ох ты. Вот это именно четко получается у нас. Оп. Где ты, Рахит? Эй, ты меня скинул, так нечестно скидывать. Честно не скидывать. Вон он, бегу. Вон он? Да, вон он. А я летаю на паутине. Чё-то тебя не наблюдаю вообще. Вижу, вижу, пацаны, наконец-то пошел. Он меня ударил по жопе! 40 минус хп! А посмотрите вверх. Привет. А кто там? Видите на стену?
получилось. Да блин, ты хочешь меня убить? А если ты увалишь меня сейчас случайно, нельзя убивать меня? Я еще тебе пригожусь. Пацаны, кого он убил? Еще никого не убил? На тебе. Давайте, тут и повыживаем на этой местности. Все-таки я надеюсь, у него получится кого-то убить. О, он же Ого, ты прыгаешь. Ты псих какой-то с детства, что ли? Да. Хорошо. Наконец-то, реально тяжело было. Но это и был расчет, чтобы взять игрока, которого будет так сложно играть. Так. Ну чё, я теперь я буду помогать ему. Нас двое. Слышь? Покажи свой скилл. А меня за... А почему ты там стоял? Потому что я так сказал. Что? Я псих. Извини. Я неадекватный чуть-чуть. О, я попал по челику. И еще. Давай, бери тоже кэт-дога. Псих вышел на охоту. Да убери. Эй, спайдермот, говно не бери. И еще одного убили. Кто остался? А кто остался? Я. А ты где, Бульба? Он я очень убежал. Маленький, по нему попасть сложно. Да, попадем, не ссы. Я убежал вообще в начало карты. А так нечестно. Ты ссышь, да? Да. Давайте поймаем этого челика. Все-таки, надеюсь, мы его убьем. Я же говорю, что... Или ща получи от бати. Ну чё, ты где? Сышь к нам? Ну конечно. Бульбазавр, где ты? Бульба, я его вижу. Ого, прыжок. Ты в лабиринте? Да, а уже в начале карты он. Я его не вижу почему-то. Вот он, вот он. Да не, меня тут нет. Ты желтый бульбазавр? Да, вижу. Фикачу желтый, вот он. Приближаемся и убиваем. Зря ты со мной так играешь. Ты думаешь, что ты двойной прыжок используешь, типа, назад вперед? Я тебя считаю заранее, ты очень предсказуемый. Выгоняйте его с этого лабиринта. А мы не можем в воде плавать. Ах ты говно, он использует против нас наши слабости. Мы же тебя переиграем и уничтожим. Пацаны, давайте как-то его подловим. Мы же тоже не дурачки. Мне кажется, только пуля его остановит. Бульбазавр, выходи, подлый трус. А ты можешь атаку делать в воде? Нет. Так а толку, что ты за ним плаваешь, дурачок что ли? Да все легко. Ну легко говоришь? Да. Я с тобой не дружу. Нас так просто не возьмешь. На тебя холодильник. Вот он! Холодильник. Пацаны, все за ним, быстрее, быстрее, быстрее. Он сейчас в воду прыгнет, по-любому. Вот секунду, опять в воду. Так, как же его выловить? Ядерную бомбу. Нет. Ого, я ее ударил. Ты видел? Смотри. Смотри прикол. Можно футбол бомбами гулять, а давай посмотрим. Далеко я ему ее кинуть в лабиринт? А ну бомба, полети, кончи. А давайте... Сиреноголовый шумит. Давайте другую бомбу какую-то пробуем кинуть. Например, царь... Нет, царь... Царь бомбы я пошутил. Нет, это тоже я пошутил. Ракету. Ого! Она красиво! Смотри, как она четко полетела. Она сейчас взорвется сразу, когда упадет. Бульбазавр, ты живой? Вот это красота! Мне понравилось. Ребята, еще разок. Вот так ударим, чтобы выше полетело. Запустили ракету без топлива. А ну поставьте машину, я машину попробую ударить. Еще один взрыв. Бульбазавр, прощай. Ребята, тест. Попробуем лупануть машину. Воу! Мне это нравится. Давайте попробуем повыше ее ударить. Может ее взять физганом, подкинуть и ударить? Ребята, давайте сделаем последний мега взрыв. Прощайте. Это мега взрыв. Чё-то слабо. Ой.
И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения, всем пока!